Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по городу Феодосии, Судаку и Кировскому району Василий Мизин проверяет гостиничный комплекс на соблюдение противоэпидемических мер. Нарушений нет. В наличии бактерицидные ультрафиолетовые ретиркуляторы, медицинские маски, средства дезинфекции, установлен защитный экран на ресепшене. При приеме на работу новых сотрудников, как и старым, были проведены анализы на ковид и, естественно, с отрицательным тестом были приняты на работу. В ресторане гостиничного комплекса все санитарные условия также соблюдены. Ну, сейчас у нас всего 12 столов на летней террасе. Как бы летом под 20-30 на расстояние, чтобы люди сидели как бы на расстоянии. Мы это делаем. Вердикт проверяющих. Гостиничный комплекс готов к приему гостей. Этот отель в Судаке тоже проходит строгую проверку. Инспекторы отмечают, закуплено все необходимое для безопасного отдыха туристов. Теперь можно заселять отдыхающих. Рекомендации в основном все понятны. Есть небольшие трудности в целом по региону, насколько я понимаю, с поставкой рециркуляторов. Но так как это было все озвучено заранее, мы это все предусмотрели. Все в рабочем режиме осуществляемо. Василий Мизин проверяет журнал с отчетностью. Говорит, что все в норме. В крымских отелях соблюдаются все меры безопасности против COVID-19. Температура это проставлена в 8 часов утра, в 13 часов дня. Это правильный пример правильной формы ведения журнала. Здесь график и его соблюдение обработок, без обработок разных помещений. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко пояснил, что мониторинг будет проходить постоянно. Его основная цель – помочь курортному бизнесу вернуться к работе. Мы понимаем, что вот после вот этих трех карантинных месяцев мы, в принципе, находимся в другой реальности. Мы очень надеемся на то, что у нас не будет никаких новых вспышек, никакой новой заболеваемости, но должны быть к ним, безусловно, готовы. Следующий город, в котором пройдет мониторинг – Феодосия. Сабина Диниева, Рамазан Алевапов, телеканал «Милет».